Друзья, в продаже Ifan Solana 2016 года. Автомобиль с двумя собственниками. Оригиналом ПТС. Родным пробегом 59 тысяч. Вот такой вот стильный. Кожаные вставки. Кожаные сиденья с красной строчкой. Механическая коробка, также подогрев сидений, камера заднего вида, мультируль. Автомобиль в отличном состоянии. Те, кто заинтересовался данным авто, скорее к нам, потому что такие тачки не задерживаются.